Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 28 ноября. Гурьев день. По древнему славянскому календарю в эти дни отмечают день бога Семаргла. Говорят, в этот день выезжал Гурий на пегой кобыле матушку зиму встречать. А она, выйдя из забеленных снегом саней, вставши на ноги и оглядевшись, отдавала приказы морозам, чтобы те уставшую землю пуховыми сугробами покрыли, на реках и озерах ледяные мосты навели, а нечисть разную, не успевшую еще угомониться, по щелям да норам разогнали. Слушали хозяйку, оцепеневшие от усердия морозы, слова на ледяные сосульки усов наматывая, а она, говоря с ними, не забывала широкими рукавами шубы потряхивать. Взмахнет правой рукой, а из-под рукава снег валит. Взмахнет левой и не сыплется. Следом за зимой и морозами метели бежали. Над мужиками потешались, бабам в уши дули, велея печи пожарче затапливать, да на улицу носа не казать, а то не ровен час прищемит его сердитый морозка. Хозяйки деревенские, народ покладистый, послушный. Сказано было дома сидеть, значит, так тому и быть. Чего зря на неприятности напрашиваться, тем более в избе всегда находилось чем заняться. А если вдруг зубы заболели, то тут же Гурия вспоминали. Он в народе зубным целителем слыл. Коли 28 ноября кто справлял свой день рождения, ему принято было дарить овес полной мерой. Это около 26 литров. Или сено возом. Считалось, это добавляет здоровье лошадям. Куда ж без лошадей? Гурьян без лошади, что зима без января. Их ржание этим днем было желанным. Коли кони на Гурия жжут, это к добру. А как только речь о Гурии заходила, непременно кто-нибудь о его тезке вспоминал, а заодно и о знаменитой гурьевской каше. А по одному из древних календарей в это время славяне отмечают день бога Семаргла, бога-хранителя вечно живого огня и блюстителя точного соблюдения всех огненных обрядов и огненных очищений. Семарг принимает огненные дары, требы и бескровные жертвоприношения на древних славянских праздниках, особенно на Красногор, в день бога Купала и вышний день бога Перуна, являясь посредником между людьми и всеми небесными богами. В древних книгах славян есть повествование о том, как Семаргл появился на свет. Сварок ударил магическим молотом о камень Алатырь, высек из него божественные искры, которые разгорелись, и в их пламени проявился огненный бог Семаргл. Он восседал на златогривом коне серебряной масти, густой дым стал его знаменем. Где проезжал Семаргл, оставался выжженный след. Таков он был в силе, но чаще выглядел тихим и мирным. По другим источникам, Семаргл, крылатый пес, охраняет мировое древо, на котором находятся семена всех растений. Поэтому он определяется как божество семян, ростков и корней растений, охранитель побегов и зелени. В более широком смысле – символ вооруженного добра. И действительно, крылатые псы в окружении растительного орнамента – очень распространенный сюжет русского прикладного искусства XI-XII веков. Археологи находят браслеты и подвески, имеющие форму крылатой собаки. Даже на воротах одного из суздальских храмов вырезаны эти существа. Изображение Семаргла в окружении растительности, видимо, каким-то образом связано с его основной функцией – функцией посредника между небесами и землей, то есть он является посланником небес. Семаргла также призывают при лечении заболевших животных и людей, для того, чтобы избавить их от различных хворей. Когда у человека поднимается температура, то говорят, что огнебог поселился в душе заболевшего, ибо Семаргл, как огненный пес, яростно сражается с хворями и болезнями, кое подобно ворогам пробрались в тело или душу заболевшего. Поэтому часто во время целительских обрядов читается заговор. Семаргл сварожич, велик огнебожич, спали боль хворобу, очисти утробу, у чада людины, у всякой тварины, у старой млада, ты, Божья услада,
огнем очищая, мощь души отворяя. Спаси чада Бога, да сгинет хвороба. Тебя прославляем, к себе призываем, ныне и присно, и от круга до круга. Так и бысти, так и еси, так и будет. Здравия вам, славяне! Братья месяцы.